Всем здрасте, сыграем в игру следующий Fear, это часть третья. Потом я переиграю Fear 2, но пока у меня Fear 3 есть. В нее я еще ни разу не играл. Играем компанию. Новая игра. Новобранец, да. Ну, давайте запустим. Мы были братьями. Прототипные командиры в новых телепатических войнах. Я был любимцем. Я дал им то, чего они хотели. Дали им крови. Вряд связь матери вызвала во мне жажду убивать. Он был первым прототипом. Благодаря улучшенным рефлексам он был непобедимым убийцей. Когда брат нашел меня, он пустил пулю мне в голову, но наша телепатическая связь не прорвалась. Словно проклятие. Мы связаны кровью. Мы связаны тут с девочкой, насколько я помню. Проводили над ней эксперименты, и она вот родила пацанов. Крик испуга. We Big Games. Отвечай на вопросы. Удар. Мы знаем, что ты и есть прототип. Мы знаем, что ты убил своего брата. Прием. Помехи. Армехом повсюду. Где она прячется? Убей их, брат. Ну, они сейчас напросятся. Ты ее не спасешь. Ты на другом конце света. И когда мы ее найдем, ей будет больно. Fear 3. Я так понимаю, это его брат в виде призрака. Сыновья Альмы объединяются, чтобы уйти от Армахема. Пока не ясно, будут ли они братьями или соперниками. Глава 1. Тюрьма. Повторяю, говорит агент Фер Чин Сун Квон. Если меня слышит союзник вооруженных сил США, пожалуйста, ответьте. Фер-под взорван ко всем чертям. Отряды Армахема, проводящие зачистку, уничтожают всех. Я скрываюсь в подземелье. Согласен. Нам надо уходить, но она... сохранение. Здание
совершите побег из изолятора. Ну, это задание. Так, тут ничего такого путного. Так, давайте зайдем в настройки. Что-то мышка сильно. Настройка графики, настройки звук, управление. Чувствительность мыши чуть-чуть снизим. Многовато. Назад. Продолжить. Так, ну так получше, а то чересчур все резится. Так, еще настройки, управление, еще чуть-чуть снизу. То в глазах аж рябит. Назад. Продолжить. Там ничего не валялось нигде. Может, что-то подобрать надо было. Робертс, твою мать, ну, уже ли так сложно заключенного обезвредить? Робертс, как слышите? Живо тащи сюда свою жопу, короче. Так, пистолетов нигде не побросали? Может, обследовать их? То есть, шмалить по мне кто-нибудь будет? Ладненько. Кто-то там есть. Ну ладно. Ребятишки, а чем стрелять? Так, трубчик. Чёртова дверь. А, с этой стороны тоже бесполезно. Никогда не пойму на это, как у нас постоянно получается развивать лагерь. В самом деле. Классно. Ну вот, теперь мы вооружены. Заблокировано. Так, ладно. Мы этого шмальнули. Ух ты. Классно. Что нас еще ожидает? Блин, это капец. Ребятки, посложнее.
Пусть будет козел. Так, ну пока у нас пистолет, да? Автомат пропал. Опять глюк будет. Есть. Ух ты! Ну давай, вставай. Ну сейчас. А вот это классно. Автомат мне больше нравится. Ага, и пистолет, и автомат есть. Двадцать пять патронов, да? Маловато. Еще 24 патрона. Да сколько у вас тут? Мало боеприпасов. Знаю, что мало.
Да, до хрена вас, ребятки. Это еще не совсем сильные бои. Козлы. Это еще пока не сильные бои начались. А уже. А уже так мочимся. Друзья, товарищи. Нифига тут. Еще один козел замерзший. Так, ладно. Оба-на, комната закрылась. Оба, девочка. Идем за ней. А что здесь у нас? Здесь ничего. Капли вверх капают. Все ясно. Ну, идем дальше. Какой-то скин должен был быть. Грохнул я этого козла. Главное, спрятаться на негде. Есть козел. Получил. Получил козел от нас. Так, надо передохнуть. Мощно воюют. Вот здесь неплохо. Здесь даже я туплю конкретно. Где ограждение? Тупорылые.
Охренеть! Вот это да. И это на слабом я играю. Я играю на слабом. Ты блин, а? Сколько вас тут, а? Ну, графика мне нравится. Ух ты. О, прицелились. Так, кто-то еще там орет. Достали. Вот кто по мне шмалил, а я его не видел. Блять. Все, хана мне. Ворота закрылись, а они гранатами кидаются. Кадр, ты меня уже достал там. Ну где же там козел? Да похороню я вас всех. Заколебали вы, бегунки.
Урод. Да сколько вас тут, а? Да, здесь, правда, так просто не побегаешь. Ах ты, блядь. Урод, ты не простоишь его так просто сверху. Козел. Ах ты, блядь. Сучара. Где еще остался? Неужели все? Заблокировано. Так, собираем оружие. Оружие нам ой как пригодится. То есть не у всех. Еще походу не у всех, да? Как тренировочный бой прям. Обурщите сидите. Заблокировано. Все хорошо, все понял. Тут тоже. Автоматическое оружие мне больше по душе. Уроды. Так, патроны есть. Это радует. То пусть нифига не сбегаем пока с тюрьмы. Ходим по кругу.
воздуху. Где-то ж выход должен быть. Заблокировано. Так, где у нас тут выход есть? Получилось случайно. 1000 очков каких-то дали. Ладно. Тут, видать, еще нам испытание прохождения, испытание, чтобы не повысить свой рейтинг. Нажмите, чтобы. Ага, у нас будут какие-то дары, что-то такое. Ладно, прочитаем потом. Прогрессировать у нас будут какие-то способности. Ящики мы открывать не можем. Пистолет нам пока не нужен. Света, шума и гранаты. Так, удерживайте. Ясненько. Здесь одного вырубили, козла. Второй есть. Ах ты, блин. Оглушили меня. Крысы бегают. Второй есть. А, третий даже. Вот тут я чувствую, повыскакивают их море. Я пошел на пролом, посмелее. Что мы тут имеем? Хрена мы тут не имеем. Швыряются преступники. Ладно, мы пособираем пока оружие. Мы все бежим с тюрьмы, никак сбежать не можем. Это у нас часть будет называться «Побег из тюрьмы». Второй этаж нас. Ух ты, блин. Второй этаж нас не интересует. Нас интересует, как выбраться отсюда. Так. Что-то у нас уже странное творится. Предметы летают. Заблокировано. Угу. Прикончить лучше его на всякий пожарный случай. Патроны пока еще имеются.
Так, это что-то у нас застрелился. Красава его, и сам чуть не подорвался. Так, какое-то офисное помещение. Странная у нас, конечно, тюрьма, все изрисовано. Ладно, в тюрьму бы. Так, есть. Ну, помещение как-то проще воевать, чем когда между ящиками. Говорят вроде как по-французски. Получили фашисты гранату. Аж сгорел. Взрывчатка. Че, боитесь уже? Опять эти бочки. Так, сейчас еще и по верху бегать буду, да? Гранаты кончились. Так, ну игра такая напряженненькая, расслабляться не дает. Еще один есть. Что ж вы напролом ломитесь, а? Спецназ херов, сколько раз уже? Будьте АИС-2. Главное, чтобы по верху никто не бегал. Так, кухню мы почти взяли. Да не почти, а взяли. И пока что все время стреляем. Объект направился наверх, перехватить его. Все вы знаете.
выкурил я тебя. Так. Че, вы думаете, я такой идиот был? Патроны просто качаются, да. Это херово. Надо передохнуть. Это у вас многовато бежит. Да, хиленький спецназ. Перемочил вас всех почти. И куда мы выходим? Докладывает, Дельта 3.2. Объект скрылся, направляется куда-то. Свет отрубили. Ладненько. У нас тут сверхъестественное началось, да? Оружие менять мы не будем. Ух ты! Эта дрянь пробежала. Погрузчик. Блин, линии со второй. Короче, что-то творится. От меня что-то огрело. Не мучайся. Задание. Найдите вход в канализацию. Совершите побег. Ну, что мы на сегодня сделаем? Так, еще полторы очков каких-то заработали. Да, вот это плохо. Кинули гранату на меня.
Швабруют. Еще. Так, что-то у них все взрывается. Ладно, на этом закончим. Так, продолжаем. Какая-то проблема была. Ух ты! Оглушили. Ничего. Вот мы теряться, а. Я же все равно прибью вас. Чем вы теритесь? У вас спасения нет. Да по что, не баню. Надо передохнуть. Тут у меня помутилось все. Тут все вывернуло. Ни хрена не пойму, куда идти. Ты по мне шмурит. Вот уроды оставшиеся два. Где ты, козел? А что дальше-то делать?
Вот и способ. Здесь меня обстреливали. Ух ты, блин. Ну прям рэмбаки. Перерешать. Надеюсь, это все. Кто это меня? Что это было? Что-то во мне просыпается? Ух ты, блин, а голову ушел. Так, выберемся мы с тобой. Боже. Я что, сознание теряю? Так. Проел какой-то. Кто-то что-то на меня воздействует. Ух ты, как все разворачивается. Да, меня выкинуло. Даже не понял как. Что, блин, тюрьма под воду ушла, что ли? Охренеть. Так. Так, мы получили доступ какой-то.
Оценка задания. Appointment, так, агрессия, тактика, дар, телепатия. Приз за убийство. Рекорд 24. Любимчик. Ну ладно. Это сейчас история будет. Как он изолировал нас, обращался с нами как с крысами, как с монстрами. Короче, над детьми проводили опыты, вкалывали, что-то проверяли. Он пытался разлучить нас с матерью, но не смог. Наверное, ребята, вот на этом мы как раз сейчас закончим. Пойнтмен намерен разыскать Чин. Продолжение игры я потом сниму уже. Он хочет вернуть Фейерпорт. Брат следует за ним. Сейчас посмотрим, может, историю еще какую-нибудь. А, меня выкинуло в какой-то подвал. Кучу трупов. Цель. Выберитесь из трущоб, окружающих в тюрьму, и разыщите Чин. Понятно. Здесь куча трупов всяких. Видать, опыты над людьми конкретно проводили. Все ясненько. На этом, ребята, закончим. Продолжим дальше. Так, ну без сохранения как? Последний КТ. Вы уверены, что хотите вернуться в последнюю контрольную точку? Весь... А как сохранить? Нет, начало главы не надо. Что-то, блин, очкую я. Так, давайте посмотрим. Рассредоточиться, смотреть. Оба, он должен быть где-то здесь. Меня все ищут. Оружия у меня нету. Как обычно. Стрелять наверху орут. Так, почему? Вы не дадите никакого оружия? Так. Куда-то меня ведет это. Девочка, будущая мама наша. Если будет возможность его снять, снимай. Лучше избавиться. От чего-то, короче, избавиться. Не успел прочитать. Так, а вот это что-то знакомое. Кажется, я когда-то играл в эту игру. Какие-то ну вот нашли мы пистолет за все время забываю какую кнопку надавить чтобы присесть сохранение вот тут мы сохранимся а завтра уже продолжим покинуть игру. Ну, всем до свидания.